Одинцовские партийцы в ходе еженедельного партийного часа обсудили работу с обращениями граждан, в том числе на официальных страницах депутатов в социальных сетях. Все поступающие замечания, вопросы, предложения, жалобы в обязательном порядке перенаправляются для рассмотрения в администрацию округа. Также единороссы обсудили ход референдума по поправкам в Конституцию Российской Федерации, в подготовке которого они принимали активное участие.